Как тебе, Толя? Да я не вмешиваюсь. Это не мое дело. Но я бы на твоем месте сделал пароход синим. А слова? Красавец белый тебе. Да подожди ты со словами! Слова почти мои! И заменить раз плюнуть! И нечего обижаться! У меня тут сегодня, понимаете, день рождения, я тут с вами работаю. Мы же ищем. Понимаете? Мы ищем. По-моему, это идея. Ну, конечно, синий теплоход. В Дании я видел синий. Красавец. Виктор, скажи, почему у тебя в самодеятельности нет женщин?